Добрый день, уважаемые коллеги. Мы проводим очередное заседание административной комиссии. Продолжим разговор по оптимизации документов, необходимых для предоставления государственных услуг. Речь пойдет даже не, собственно, о самих государственных услугах, а тех документах, которые необходимо предварительно собрать для предоставления государственных услуг. Таких документов в городе насчитывается десятки. Их даже трудно учесть из-за того, что их придумывают ведомства, департаменты, без всякого согласования с правительством и без издания порой нормативных актов. Все это богодельное необходимо заканчивать, упорядочить работу по регламенту предоставления такого рода документов. Они должны в большинстве случаев быть бесплатными и предусмотрены только в том случае, если это предусмотрено регламентом и нормативными актами правительства. Алексей Владимирович, пожалуйста, докладывайте. Комитетом выносится на рассмотрение комиссии проект постановления об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг. Значит, в целом весь перечень услуг, предоставляемых в Москве органами городского управления, можно разделить на три группы. Во-первых, это государственные услуги, которые оказываются органами исполнительной власти по запросам заявителей. Вторая составляющая – это услуги государственных учреждений, реализуемые согласно 83-му федеральному закону в рамках формируемых государственных заданий. И, наконец, третья группа включает услуги, предоставляемые госучреждениями, ГУПами и организациями иных форм собственности, которые как раз классифицируются как необходимые и обязательные услуги для последующего получения в органах власти государственных услуг. И за этими услугами должен заявитель обращаться самостоятельно. Так, например, для получения целого ряда государственных услуг гражданам требуется предварительно получить необходимые и обязательные услуги БТИ, за которыми они должны лично прийти в уполномоченную организацию, и лишь только после этого, получив соответствующую информацию технического учета, можно подавать заявку, например, в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Так вот, в ходе подготовки постановления был проведен анализ 46 услуг, оказываемых по факту заявителям, госучреждениями, унитарными предприятиями, акционерными обществами, на предмет их возможности и целесообразности включения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными. По итогам проделанной работы выяснилось, что 19 из них фактически утратили свою актуальность в рамках принятых решений по оптимизации предоставления госуслуг, в основном за счет реинжиниринга порядка подготовки ГПЗУ и исключения требований, не предусмотренных законодательством заключений при экспертизе проектной документации. Кроме того, предоставление отдельных услуг противоречило, как мы установили с коллегами из антимонопольного законодательства, требованиям антимонопольного законодательства, как в случае, когда право выдачи заявителям технологических регламентов процесса обращения с отходами строительства и сноса было предоставлено в Москве исключительно 4 коммерческим организациям. Еще 18 услуг не вошли в рассматриваемый проект, так как их предоставление осуществляется в рамках государственных заданий и выдаваемые по результатам документы не требуются заявителям для дальнейшего предоставления в иные государственные органы. Это, например, оформление договоров пожизненного содержания с иждивением или договоров предоставления субсидий на содержание текущий ремонт имущества в многоквартирном доме. В результате нами был сформирован перечень из 9 необходимых обязательных услуг, оказание которых предусмотрено действующей нормативной базой и существующими административными процедурами. Это услуги, связанные с предоставлением архивных документов, проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, предоставлением паспортов колористических и планировочных решений, инженерно-геологическими, инженерно-геодезическими работами, проведением госэкспертизы и ряд других услуг. Они все видны на экране. Таким образом, сегодня мы создаем предпосылки для существенного ограничения количества документов и согласований, которые требуются от заявителей для предоставления государственных услуг и за которыми им необходимо обратиться в различные городские организации. Я хочу подчеркнуть, что принятие указанного решения не влечет за собой запрета для органов власти на получение материалов и информации, требующихся для предоставления госуслуги, а для организаций на их подготовку, в том числе и на платной основе. Оно лишь переносит ответственность за получение необходимых промежуточных сведений с граждан и бизнеса на чиновников государственных органов. И одновременно мы будем продолжать работу с перечисленными 9 услугами на предмет анализа возможности выполнения соответствующих работ без участия заявителя и их исключения последующего из числа необходимых и обязательных услуг. Вот примером уже принятого решения в этой ситуации является утвержденный правительством Москвы административный регламент подготовки градостроительного плана земельного участка, в соответствии с которым исключена необходимость обращения заявителей в ГУВ глава ПУНИПИ генплана за получением на договорной основе обосновывающих необходимых материалов. Раньше процедура выглядела именно таким образом, что перед получением
градплана земельного участка заявителю необходимо было обращаться в эти уполномоченные Московской архитектурной организации и собирать требуемые материалы. Теперь в новом регламенте, значит, эти сведения Московская архитектура заказывает сама при поступлении соответствующего запроса от инвестора. Аналогичным образом, все остальные административные регламенты предоставления госуслуг должны быть приведены в соответствие с указанными требованиями в двухмесячный срок, что предусмотрено тем проектом постановления, который выносится сегодня. Отдельный вопрос касается платности оказания необходимых обязательных услуг. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 210 Федерального закона, взимание платы за предоставление услуг может осуществляться только при наличии соответствующей нормы в федеральном законодательстве. Подобные правовые основания выявлены в отношении 6 услуг для 9, что также нашло отражение в представленном документе. Одновременно, в целях исключения произвольного навязывания заявителям завышенных тарифов, мы постановлением утверждаем порядок определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг. Предусматривается, что методику определения размера платы, непосредственно сам размер платы за оказание необходимых обязательных услуг, разрабатывает и утверждает сам отраслевой орган власти, значит, и в итоге его затверждает своим нормативным правовым актом. Вместе с тем, максимальный размер прибыли при предоставлении указанной услуги на платной основе мы ограничиваем 5% от обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. В целях информирования граждан о принятом перечне необходимых и обязательных услуг соответствующая информация будет размещена на портале государственных услуг, а также на сайте комитета и соответствующих отраслевых органов исполнительной власти. Уважаемые коллеги, принятие указанного документа позволит в ближайшее время привести существующую нормативную базу в соответствии с федеральным законодательством и существенно упростит получение отдельных государственных услуг, исключив неправомерные требования от заявителей промежуточных документов и согласований, в том числе и на платной основе. Мы просим поддержки по проекту документа. Спасибо.